Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, меня зовут Пиксель, и сегодня мы поиграем в игру, которая создавалась приблизительно вот в таких условиях. Что бы такое сделать, чтобы люди подумали, что это величайший проект, в котором есть какая-то философическая тайна, а на самом деле это была бы просто полнейшая наркомания? Так, надо создать какую-нибудь такую игру просто, вот, и запихнуть туда просто всякой бредовой херни. У меня идея! О, нихера! Я это сделал. Это будет шедевром. Или же мы сейчас поиграем в игру под названием Plague and Play. Это игра, в которой говорят, якобы есть какой-либо смысл, или же просто ее создатель наркоша. Короче, это игра про розетки. Вот у нас тут есть розетка. И мы должны воткнуть. Втыкай. Втыкнул. Твою мать. Блин, это жутко. Пальцы. Чё это значит всё? И где смысл? А где ноготь? Куда ты бежишь? Зачем ты бежишь туда? Ой. Он убежал. Я же испугался, чё? Чувак, вставай! Вставай! Давай! Вставай! Встал. И чё? Да твою ж! А... Он вышел, что? Что? What the fuck? Что? Куда? Розетка. Кто вытащил мою розетку? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Так аккуратно. Я ни хрена, конечно, не понимаю, но это полный кобздец. Что? 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 Тяни, наркоман. И чё? Ну вот. Ни хрена себе, всё, психанул. Всё. Дна. Твою налево, что? Может, там действительно есть, конечно, какой-нибудь смысл, я не знаю. Но мне кажется, это просто наркомания. Может, я отстал и от мира человек, но, блин. Ну вот сюда. Что я играю? Привет. Что? Что? Твою мать! Нифига себе! Это что, монетки? А. Угу. Я ни хрена не понял. Ау! Hi. Привет. Привет. Ты знаешь меня? I know you. Я знаю тебя. Я не знаю тебя. Я знаю. Что сейчас было? Ух ты! Я люблю тебя. Я не знаю, люблю ли я тебя. А я люблю тебя. Что за нахрен? Я думаю, ты не любишь меня. Я знаю, я люблю тебя. Он приуныл. Not really fine. Иди нахрен. Она вернулась. Иди нахрен. Иди нахрен. А! Кто там? Кто ее возвращает? Иди нахрен, я сказал.
это что такое? What the fuck? А? Вот и правильно. О. Чего? Ой, чувак, не, лучше сюда не иди, ты третий лишний. Допустим, я не хочу это делать. А если я сейчас как-то вот так... Ну и какой тут смысл? Ну хотя что-то-то есть, но... Ой, она не вошла, допустим. Вот. Ой, зря! Вот какими травами это создавали? Просто... Вот под какими? О, не такие, как змея. Не, все. О, твою... Да вашу же... Ать! Ух ты, вот это человеческая многоножка. Допустим. Да ё-моё! Что за нафиг? Что это за розетковый BDSM? Что ты хочешь сделать с пальцем? Что? Боже, меня эта песня пугает. Что вы хотите мне этим донести? Ну вот, палец в розетку. Plug and play. За дерьмо! Допустим, ладно, это был трэш лютый. А вы ставьте лайки, если вам это понравилось. Даже не знаю. А с вами был я, Пиксель. Мы играли в высокоинтеллектуальную игру Plague and Play. Всем удачи, всем пока!